Этот год и 70-летний юбилей со дня победы нашего народа, наших народов в Великой Отечественной войне. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятою ордой. Действительно, встала огромная страна, может быть, не совсем готовая к этой войне, потому что только-только прошли годы восстановления или начала восстановления после революции, гражданской войны, репрессий 37-39 годов. И, к сожалению, перед началом Великой Отечественной войны, конечно, много было потеряно, особенно кадров. Кадров не только военных, но кадров гражданских. А нужно было же ковать оружие, и ковать оружие новое. Когда со временем появились «катюши», вот эти системы залпового огня, совершенно по-иному, так сказать, стали картины на фронте и результаты. То есть, конечно, продвижение нового оружия тоже было очень важным, а сколько ушло в ссылки лагеря в мир иной инженеров, конструкторов и так далее. И вот на фоне все-таки вот этих непростых действительно десятилетий и страшных десятилетий начинается Великая Отечественная война. Наш народ вновь совершил невозможное. Так было в 1812 году, так было в другие годы подобных событий, когда, в общем-то, народ не только уничтожал врага, но освобождал и другие народы от нашествия этих полчищ. Ну, взять войну 1812-13 годов, это также возможность была освободить, скажем, Италию от французских войск, и многие другие, и балканские народы, и многие другие народы. То же самое произошло и здесь. Вначале первый удар испытала Европа, которая с Гитлером практически не воевала. Ну, видимо, было понятно, что силы совершенно разные. Идеология настолько человеконенавистническая, сатанинская, я бы даже сказал, идеология антихристова. И, конечно, если эта идеология сатанинская, а о том, что были определенные мистические обряды, которые использовал Гитлер, что он посылал и в Тибет посланников своих, пытался найти какие-то магические предметы, чтобы использовать магическую силу этих предметов и многое другое. Ну, не говоря о том, что он мечтал, конечно, создать атомную бомбу, что он не успел сделать, к счастью. Все это говорит о том, что это была тоже определенная религия. Ну, конечно, когда пытается отождествить себя или какой-то отдельный человек, обожествить также целую нацию, назвав ее божественной, арийской, чистой, настоящей нацией. И там была ведь большая история описания, откуда появились арии и арийцы, и почему они отличаются от других. И, конечно, вот эта ненависть к остальному человечеству, конечно, это тоже своего рода большая, новая, жестокая и страшная религия, и которая в данном случае напоминает о временах и о самом Антихристе. И Гитлера вот с точки зрения религиозной можно было бы назвать одним из предтечей Антихриста по тем масштабам и идеологии, которая проводилась им. И, конечно, ослабленная Россия, в это время раздираемая
внутренними противоречиями, когда, к сожалению, не было одного общества. Она должна была вот в таком состоянии противостоять вот этой огромной машине людей, которые искренне верили в свое предназначение, особое божественное предназначение, которые имели колоссальную машину армии, военной техники, дисциплины. Ну, о дисциплине немецкой весь мир знает. И противостоит вот этому всему, так сказать, как раз очень ослабленная страна. А самое главное, я повторюсь, ослабленная внутренними противоречиями. Но представьте себе, какое настроение будет у человека, который только что отсидел уже 15 лет и пришел домой изможденный, измученный, которого назвали предателем, которому не дают устроиться на работу, не дают прописки в больших городах, он вынужден жить где-то в небольших поселках. Какое будет настроение, когда только что отсидел или сидит в лагерях военачальник, отдавший стране, может быть, даже и частицу крови своей в предыдущих каких-то событиях. Как будет себя чувствовать крестьянство, у которых отняли собственное имущество, загнали в колхозы и так далее, и так далее. Как будут чувствовать себя дворяне, которые, в общем-то, многие из которых были хорошими воинами, замечательными военачальниками, которые не уехали за рубеж и которых еще не расстреляли, но они как-то пытались встроиться в это общество. И, конечно, уже нарождалась совершенно иная, новая поросль вот, пролетариата и руководителей, и комсомола, молодежи. Но все это, вот это общество, я говорю о том, что оно было очень разным, оно было разобщенным. Не было такой единой мощи, которая была в Германии. В Германии были антифашисты, их было очень мало. На самом деле мы знаем, как относились к русским даже вот, жители, так сказать, Германии и так далее. Действительно, это был какой-то единый порыв, вот этот страшный порыв какого-то собственного обожествления и попытки осуществить эту идеологию во всем мире. Каких-то великих богочеловеков, там, я не знаю, и недочеловеков. И вот все-таки в этой стране, причем хочу сказать, что в Русской Православной Церкви как раз в этот период времени оставалось всего несколько сотен храмов, несколько епископов, по-моему, 4 епископа, и несколько сотен священнослужителей на свободе. Другие были или расстреляны, или находились в лагерях и ссылках. Вот каким было страшным наше общество. И приходит война. Как только объявляют о войне, общество становится единым целым. И те, которые только что отсидели, тех, которых выпустили из тюрьмы, они пошли на фронт или в тылу трудились. И священнослужители, и епископат, церковь возвала молиться, церковь стала собирать деньги, церковь, на деньги церкви были собраны эскадрилья Александра Невского и танковые колонны Дмитрия Донского, и были другие пожертвования в течение всей Великой Отечественной войны. И нужно вспомнить будущего патриарха Алексея I Симанского, который в голодном, как и он тоже был голодным человеком в то время, в Ленинграде каждый день совершал божественную литургию, конечно, в полуобморочном состоянии. И как только выпускали священников из тюрем или других людей, религиозным или другим, причем они готовы были идти на фронт, они готовы были трудиться в тылу, что они и совершали, забыв все. Вспомним слова и письма к Калинину великого нашего человека, архиепископа Луки Воина Сенецкого. Он отбывал несколько ссылок
за свои религиозные убеждения, за свою непреклонность, будучи великим хирургом, за что даже потом от Сталина он получил сталинскую премию. Это вот удивительно, это просто удивительный случай. За свои труды, за свой труд очерки гнойной хирургии, так вот он писал Калинину. «Вы меня направьте на фронт, я хирург, чтобы я оперировал раненых. А затем я отсижу те годы, которые я проведу вне сегодня ссылки». Вот какие были люди. И общество стало единым. Я сейчас не хочу говорить о тех предателях, которые были всегда и которые были в то время, конечно, в России. Но их, конечно, были единицы, безусловно. Все остальное общество, каким бы ни было оно обиженным на советскую власть, каким бы ни было оно мечтающим о самодержавии или ненавидящим самодержавие, молодое поколение, пожилое поколение, все стало единым целым. Вот это, конечно, все-таки заслуга, я считаю, христианства, которое жило, находилось внутри русского народа, несмотря на заявления о атеистических взглядах, о разрушении храмов, о многом другом, все-таки вот это еще те глубокие вековые корни смогли у людей заглушить обиду, иначе бы могло, если бы это была другая страна, другой народ, после таких репрессий, это могло большая часть людей встать против, встать на сторону врага. И, к счастью, произошло совершенно так, как произошло.